На днях отдыхающие у южного побережья острова Кипр стали свидетелями невероятной картины. Недалеко от берега над водой парили три круизных лайнера. Среди очевидцев оказался и местный фотограф Михалис Майкл, который успел сделать впечатляющий кадр с летающими кораблями. Несмотря на невероятную картину происходящего, этому есть разумное объяснение. То, что наблюдали отдыхающие на кипрском курорте, является оптической иллюзией под названием фатаморгана. Она состоит из нескольких форм миражей и возникает, когда в нижних слоях атмосферы образуются разные по плотности слои воздуха, способные давать зеркальные изображения.